Чего бы ты еще хотела? Чтобы на свадьбе гулял весь колхоз. А еще? Чтобы я была красивее всех королев. Какая захочу. И так ты красивая. Ну, чего ты боишься на свой праздник гостей звать? Кого не встретишь, старого ли, молодого ли, знакомого ли, чужого, поклонись и зови. Тато и мама, я и Остап Януш просим вас гулять на свадьбе. Такой тебе милый закон. А может, не всех звать, Юста Павловна? Всех до вечера не успею. Хитришь. Я ходила, успела. Вы замуж шли, сколько дворов было. А теперь... Феша! Походи с ней. Боишься? Пойдем. Ух ты, бегенький! Да не могу я так! Не могу я так! Тяп-ляп и готов. Я своим зерном половина Белоруссии обсеваю. Этому зерну нужен особый подход. Ну, скажем, свез я его тяп-ляп на элеватор. Разобрали его по колхозам, посеяли. А вырастет что? А вырастет, боже борони, не то, не сё. Кто в позоре? Председатель Волошка? Как жалко. Весь колхоз в целом. Вот кто в позоре. Ближе бы был просто хлеб, тогда другое дело. А то ведь это семенной. Тут я за каждое зерно должен полной фамилии расписать. Какие еще вы? Молодец, будем мы! Мы будем! Мы будем! Ну, бабы, Да не этот, я тут со своими. Что? Не слышу. Приехать не могу. Да у меня ж боевые дни. Кончаю жатву, готовлюсь к молодьбе. В субботу? Ну, в субботу. Ой, тоже не могу. У меня, видишь, тут... У меня тут свадьба. Свадьба. Остапа женю, Януша. И тебя просим, приезжай. Всех. У нас обычай такой. Звать всех, а придет кто может. Ну, бывай. Ну, воробьи. Ну, давайте организовывать. Давайте организовывать. Садитесь. Так, ну, кто просит слово? Я. Ты? Ну, давай. Послушаем и тебя. Нет, то есть это не я, а вот она. Ну говори, Маня. Тата и мама, я и Остап Януш просим вас гулять на нашей свадьбе. Будем вашими гостями. Мы ваши гости. Что, просим приехать? Нет еще. Мы их ожидаем. Товарищ Волошка. Да как же оно будет-то? А вот так оно и будет. Кто первый соберет урожай, тот первый и молотить будет. Правильно. На опытный участок еду. Что так? Завтра вернусь. А я думал, гостей вместе встречать будем. Михаил Григорьевич приезжает. Ну что ж, встретите без меня. Здравствуй, мама. Вот молодец, что приехал. А я боялась. Да и Остап очень хотел, чтобы все братья на свадьбу приехали. И остальные тоже будут? Кирилл, не знаю, Михась писал, будет. А ты хорош, не балуешь нас письмами. Вот я сам приехал, чтобы все рассказать. В письмах оно сухо выходит. Сухо? Ты гляди у меня, я не посмотрю, что большое. Как возьму хворостину. Ой-ой-ой. Правильно. Так его. И я помогу. Михась! Здорово, жених! Здравствуй, мама. Михась! Здравствуй, Артём. Босой! Гляди, мама, босой! Ты так от самой станции. Хотелось опять землю почувствовать под ногами. Тянет, значит, на землю. И не спрашивай. Идешь по полю, и вместе с птицами петь хочется. Бывает. Как свезешь мигом назад? Эти не трогай, вон с угла давай. Стой! Добро! Допусти! Фу, твою черт! Артём! Я? Здорово! Ну, бугай! Ну и сила! Молодец, что приехал. Сердит я на тебе. За что? Да как же, гусей вместе пасли, яблоки из чужих садов вместе таскали, а как уехал, ни письма, ни весточки. Да о чем же писать-то, чем хвастаться? Ну как же, приятно все-таки узнать, как старый дружок знатные шахтеры выходят. Читал я про тебя в газетке. О, ты посмотри. Кто это? Вот. Михась. Волошка. Здорово. Здравствуй. Ух ты. Да ты никак пешком. А зачем нас обижаешь? Что у нас, машин, что ли, нет? Не бедные. Не обижайся на него, Волошка. Профессора они все, знаешь, с причудами. Читал твои книжки, не верил. А теперь сам вижу, профессор. Ну и борода. А я-то думаю, обо что это я накололся, а? Привет ее, наши девчата не любят бородатых. Не могу, зарок дам. Как за 30 перевали, значит, не женюсь и борт отпущу. Ну и дурной. Мама, а где Фешка-то? Где коза? Коза с невестой людей на свадьбу сзывает. Ой, Маня, подружка, только для тебя мучаюсь. Скоро для себя пойдешь. Ешь. Не хочу. Ну, а я уж поем. Нет, не любит он меня. Только намекай. Кто? Так, один. Это весь секрет моего сердца. Ой, Маня, неужели может так получиться? Подойдет он ко мне однажды и скажет: Феша Януш, моя золотая, люблю я тебя больше всех на целом свете. Выходи за меня замуж и будь счастливая. Ну, а ты ему что в этом случае отвечаешь? А я ему отвечаю: и я тебя давно люблю, и выйду за тебя, дорогого, любого моего, замуж. Будь счастливой. Я, мама, братья мои, жених, просим вас. Красу тебя, как картинку, и все это отдам за любовь. Маня! Этого сама приглашу, можно? С удовольствием угощаю. Пожалуйста. Спасибо. Какой вы, Жора, обходительный. Грациозная душа, Феша Григорьевна, отгадывается не сразу. Минуточку. О! Прошу. Специально для вас. Ой. Спасибо. Извиняюсь. Ой. 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 Феша Григорьевна, я сегодня решил вам открыть тайну моей души. Егор Павлович, я, мама, братья мои, жених, просим вас на мои заручины. Феша Григорьевна, крышечку. Она статур до дней отработала. Ой, Манечка, а ну все придут. Ничего, больше гостей, богаче жить. Манечка, сыроват. Анна, погоди, боюсь, не пригорел бы. Нет, сыроват еще, пусть дойдет. Уйди. Видали? Сваты где? Ну что это такое? На глазах невесту отбивают. Да? Передайте невесте. Кому? Невесте. Сейчас. Такое стихи. Ничего не понимаю. Дайте я сам прочту. Тогда поймете. Законным браком поздравляю. Конечно, счастья вам желаю. Живите, в общем, вы счастливо. Конечно, весело, красиво. Ах, молодость. Тут вот нескладно немного получается. Нет, хорошо, хорошо. Вы, как та вот роза, были среди нашего колхоза. Но я на брак не возражаю. Обратно счастья вам желаю. И так и далее вообще. Дальше я сочинить не успел. Думал на словах рассказать. И тут заголовок. Уважаемый Феши Григорьевны в день венца от Жоры продавца. Кому, кому? Вам смешно. У меня душа переворачивается. Мертвые петли делает. Слушай, Жора, сколько дней ты не был у нас в колхозе? Неделю. Только приехал, чтобы уехать отсюда навсегда. Стой! Жора! 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 Поди сюда. Наска, Наска! Беги гуляй, неси еще рюмок. Вот хрен какой, как опоздал. Сись! Сись один приехал. Сись? Да! Кто же там мог приехать, а? Как не стыдно, а? Ой. Мама! Кирилл приехал! К счастью! Добрый вечер, мама! В твоей хате. Детки мои, да сколько же мне этого счастья сразу! Где? Вот смотри! Вот вам! Ну, кажется, Януши все слетели. Мама, Кирилл, Кирилл! Ой, дети мои, а сядьте здесь передо мною. Пусть погляжу на вас на всех. За сколько лет разом съехались. Эх, ежели б отец видеть вас мог. Орлы у тебя, Павловна. Ну, не говори так, а то мы загордимся. Ну, такой семьей и гордиться не грех. За такую семью и выпить полагается. Налью сама. Ну? Ну что ж, выпьем. За маму, за нашу семью, за молодых с бородой, ну-ну. За род Янушей. Ура, ура. Сваты, пора к невесте. Пора, пора. Да. Мать, на середину. Старший брат, за место отца. Жениха сюда. Ну, давай, давай. Ну, иди, иди. Тоже выдумал. Давай, пойдем, пойдем. Сваты, девчата, свадебную. Уйди в одиночку, уйди в одиночку, приведешь меня веску, ты такую молоденьку, я тебя раскучил ваней. Выкуп, держи. Ну, и как в старину водилось, колхоз, кроме прочего, нашим молодым этот сноб дарит, чтобы, значит, счастье ихнее всю жизнь колосилось, как это жито. Ну и чтоб... Януши, пляшем, шире круг. Музыка! С вашей стороны, Феша Григорьевна. Очень просто. Могут разбить человеку жизнь. Прощайте. Жора! Носите? Не утеряли? Нет. Спасибочка. Какой вы, Жора? Фешка? Ой, как же это можно, а? Ой. Я из-за тебя все танцы пропущу. В лентах, в серегах, в кружевах. Что, жмут? Совсем новый? Кирилла привез. Пойдем. Нет, Феша, мне некогда. Знаешь, какая горячка начинается? Мне работать надо. А чего ты снишься в лентах, серьгах, кружевах? Работаешь, работаешь, и ничего тебя не берет. Фешка, ты ведь бессердечная, как камушек. Ой, так это же Михаська. Какой он тут красивый. А теперь он смешной-смешной, с бородой, борода у него. С бородой? Как с бородой? А так, он здоров дал бороду отрастить и не жениться. Мне кажется. Михаил Григорьевич. Михай. Миша. Тебе бы такую жену. Вот. Что с ней делать, не знаю. Пейте. Не могу. Почему? Красивые очень. А за что выпьем? За что? За вашу мечту. За какую мечту? Ах да, вы ведь ничего не знаете. За пшеницу. Помните ваш сорт, который вы начали и бросили? А я его вырастила. Не может быть. Не может быть. Невозможно. Это ошибка. Проверяйте. Правда, это только опыт, но я думаю, Подвиньте лампу. Довольно. Только с бородой. Все это помню. Техникум, ваши лекции. Однажды вы пришли на лекцию без галстука. Это было очень смешно. Черный костюм, жилет, а галстук и воротничок забыли. Но никто не смеялся. Вас любили. Вас очень любили, Михась. Фу. Я, кажется, захмелела немножко. Совсем пьяная. Знаете, а я ведь и работала для вас. И сюда ради вас приехала. Ничего-то вы не понимаете, как и раньше. Глупые вы. Ну вот, вот я вам все и сказала. Да где же я? Наташа, Наташа. Наташа, что это вы сказали относительно моей бороды? А? меня. Сбежали. Натурально сбежали. Люблю я нашу землю. Бывает у тебя так. Выйдешь в поле. Хлеба, как лес, стоят. Колос тяжелый, солому перегибает. Кругом все поет. И на сердце весело станет так, что на весь мир кричать хочется. А я пою тогда. Я тоже пою, а тут кричать хочется. Или вот везу зерно на элеватор, сыплю, а его там гора целая. Смотрю я на эту гору зерна и громадную силу в себе чувствую, гордость. Думаю, кто его есть будет, куда повезут? В Москву, Ленинград, а может... на Дальний Восток. Хороший ты у меня, Стапик. Выпьем за наш урожай, за нашу шат. Наливай, Павловна. Давай. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Ну, мама, мне пора. Уже? Уезжаешь, да? Дела, можно сказать, неотложные. Война, война, ущел дома, войны нет. Ох, и жарко кому-то будет. И что? На телеграф надо. На всякий случай сообщу свой адрес в военкомат. Правильно. Идем подброшу. Дождь! Дождь на свадьбах счастье! Это вы, Наталья Ивановна? Где Остап? А что? Что, мобилизация, вот что. Призыв запаса срочно, люди со всех колхозов приехали, а Остапа нет, и где его искать, не знаю. Извини, Павловна, что в такую минуту. Надо бы посоветоваться. Заходи. Ты уж извини. Тут все правление. Заходи. Считаю открытым. Поскольку вопрос становится про хозяйство, нужно... Ты что, Маня? Известно. Женская натура, чуть что и... Уж это да, конечно. А меня вот не взяли. Тут написано «не обучен». Профессор, а не обучен. Ничего. Обучат. Так вот. Первое дело в нашем хозяйстве, Павловна, конечно, хлеб. За каждым зерном надо иметь строгий глаз. И второе, товарищи, про этот самый строгий хозяйский глаз. Поскольку, значит, отлучаюсь на неизвестный срок, а хозяйство наше серьезное, подумать надо, кому доверить. Слово имеет новый председатель колхоза «Пограничник» Юста Павловна Януш. Мы за тебя горой. Боюсь я. Чего-чего? Боюсь я. Не слышу. А ты им скажи. Справлюсь я, дети. Такое хозяйство. Справишься, мать. Ну, спасибо за веру. Вот уезжаете вы, и моих трое едут. И хочется мне слово сказать, да не умею я. Говори, мама, не умею тебя. Вот оставляйте меня вместо Волошки. Трудно будет, слабая я. Да не во мне сила. Одно полено и в печи гаснет, а два так и в поле горят. А нас не двое, а целый колхоз. Так за нас не бойтесь. Уезжайте веселыми, возвращайтесь здоровыми. Забыла. Если задержаться придется, адреса пришлите. Мы вам хоть по пирогу из нового урожая вышлем. Обязательно вышлем. Направляясь верно, по машинам марш! Добровольцы? Да. Ничего не выйдет. Товарищ комиссар, решите доложить. Хлеб молотить надо, это тоже дело военное, понятно? Понятно. Ребята, куда дойдем? Сколько мечтал изменить? Закономерно. То как, а я был ко всему готов. Жора, И вы в армии? Непременно. На память. Вы моя красавица! Наташа, вы знаете что? Вы настоящий агроном. Я поздравляю вас. Спасибо, спасибо за пшеницу. Да, агроном, пшеница. Наташа! Наташа! Эх ты! Профессор, а еще книжки пишешь. Мама, что она? Поговори, мама, Михаил Григорьевич, поговори. Да отстань. Ну, мама, постель хороша. Отдохни часок. Не могу, с делами управиться надо. Успеется, мама. А мы тут как-нибудь сами. Дела неотложные. С районом поговорить надо, с Наташей выяснить. А что с Наташей? Да вот вздумала от нас удирать. Уеду, говорит, от вас совсем. Куда уеду? А она здесь нужна, не отпускать нет. Нет. Вот и поговорил бы. Ты ее учитель, она тебя скорее послушается. Послушается. А что? Да вот сегодня стал благодарить за пшеницу. Ну? Ну, взяла и убежала. Убежала? Понимаешь, мама, то он ее целует, говорит, Наташа, дорогая моя, красавица моя, раскрасавица. А то, спасибо за пшеницу, вы настоящий агроном. Пшеницу. Ох и дурной же ты хоть и профессор. Наташа его любит, а он благодарил за пшеницу. Ешь. Фешенька, Наташа меня любит. Наташа меня любит. Да. Ой, неправда. Дурной. Фешка! Одним словом, Красной Армии приказ перейти границу, а Панов по морде и протянуть братскую руку нашим, которые по крови наши. Понятно? Понятно. Тише, транспорт, тише. Товарищи, слушайте, товарищи, сегодня наши войска перешли границу. Буржуазное правительство Польши бежало неизвестно куда. Русский народ протянул руку помощи братьям по крови. Поляков гонит, а вы с дохлой птицей возитесь. Феша Григорьевна. Вояки. Феша Григорьевна, Не понимаете вы всей горечи моей грациозной души. Ну. Возьмите. Я, Жора, привечаю. Вы в эти дни раньше всех здоровье подорвете. Боюсь, вас в армию совсем не возьмут. Дорогой Стапик, здравствуй и целую тебя. Нету твоего письма, и адрес неизвестный. Опять пишешь? А куда пошлешь? Адреса нету? Ничего, мама. А я сразу все пошлю, чтобы знал, что каждый день помнила. Как пишу письмо, будто с ним говорю, а он и не знает. Хоть бы слово прислал. Все пишут, а от Остапа ничего. Ай-яй-яй, мама, как не стыдно. А еще председатель. Ну-ну, помалковый. Это вам теперь молодым все стыдно, а я старая. Ведь он мне сын, а мне муж. Феша. Наташенька, Наташенька, дорогая, что с тобой? Феша. Феша, в районе получена телеграмма. Остап Григорьевич в первом бою. Что это с тобой? Чего нос повесил? Не везет мне, Юста Павловна. Моей грустной жизни не везет. Ну, чего? Хотел на белополяков пойти, в сражениях участвовать. А люди говорят, сдохлой птицей возишься. Опять надсмешки строят. Тяжело. Тяжело. Без тебя там не обойдутся. Так ведь другие ж идут. Другие. Вот Остап Григорьевич героем вернется. Остап Григорьевич, не тебе чита. Молод еще, успеешь, герой. А кто, по-твоему, есть герой у нас? Молчишь, не знаешь? Знаю. А ну? Раненый в бою, кто почем зря прыгает с аэроплана, кто машину умную выдумает, кто песню пишет, кто... Вот, все. А, ишь ты. А в соседнем колхозе бригадиршу Настасью Ивановну знаешь? Да. В бою ее не ранили, с аэроплана не прыгала, а героем люди называют. Что? Ты вот лучше квасу привез, да людей напоил. Квас. Мама, тише. Мама, тише, тише. Что случилось? Наташа, говори. Дело в том, что в районе получена телеграмма. Остап в первом бою. Павловна, а третьей бригаде что передать? Иди, иди. Здравствуйте, Юста Павловна. Здравствуй. Вот ваше место. Как тут поговорить, если... Алло, говорите. Район дайте. Районного секретаря. Кто там? Миша? Павловна? Здравствуйте, Павловна. Обмолот вроде кончила. Поставки державе сдала. Семена засыпала. Что? Нет, совсем говорю. Да что я тебе брехать за этот стол села? Хочешь цифру слышать? Пиши. Дорогой Стапик, здравствуй и целую тебя. Нету твоего письма, и адрес неизвестный. А почему? Боюсь думать. Дорогой Стапик, муж мой, за дом будь спокоен. Обмолот кончили раньше других. Зерно крупное, как горох. Если забыл меня, нет, в то не верю, но сердце останавливается и жду. Чего ты плачешь? Чего вы все плачете по углам? Что вы мне его хороните? Жив. Вот телеграмма. За боевой подвиг поста представлен награде. Постой, постой. Поздравляю, Павловну. Читай. Гродно. Номер 138. 15:00. Принял. Ай. За боевой подвиг Остап представлен награде. Поздравляю Павлу и колхоз в целом. Привет Наталье Ивановне. Грузить семена выезжаю сам. Волошка. Юста Павловна. Так пусть же наши добрые семена буйно взойдут на бывших панских полях! Наталья Ивановна, зерно погружено, машина готова. Знаю. Садитесь. Ну, держи буфет. Это мое. Держи. Дорогая... Это тоже мое. Нет. Наталья Ивановна, тебе. Нет. Кому дорогу, тому час. Ну, дети, возвращайтесь скорее. Счастливо, Павловна. Остап. Ну, заводи моторы!